Артисты и исполнители из Приморья побывали в зоне спецоперации. Агитбригада «Позывной культура» дала несколько концертов для военнослужащих 5-й гвардейской краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии. 5-я армия – наш бастион, дальневосточный надежный заслон. Ведь от Москвы до восточных морей 5-я армия всех сил. Возглавила делегацию заместитель председателя правительства, министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. 11 октября 83 года назад образовалась 5-я гвардейская краснознаменная общевойсковая ордена Жукова армия. Конечно, мы поехали прежде всего поздравить ребят, и это песня о родине, о России, о патриотизме. Но мы захотели, конечно же, поднять боевой дух ребятам, но и в то же время, чтобы они вспомнили о семье, о любимых женщинах, которые остались, мама, сестра, жена, любимая, подруга. И в этот репертуар мы тоже включили подобные песни. Зампред также вручила почетные грамоты губернатора Приморского края Олега Кожемяка военнослужащим, особо отличившимся в специальной военной операции. Каждому бойцу подарили футболку с надписью «Наш герой» и многое другое. Военнослужащие поблагодарили приморцев за поддержку и выразили большую признательность агитбригаде «Позывной культура». Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.